Она святая. Она принцесс, он... Она стояла. Стояла? Угу. На третьих островах, правильно? Ну да. Она стояла. Под ними стояла. Чому в однині? В однині. Так. Один їй. Один їй. Що він робить? Ну, щось було серцем. Один з яким серцем, так? Так. А ти... Ну, як цю фару читати тут? Ну, тут не вона читається як та. Та? Як те? Так. Діалектичне те. Так і те. Але... Арик Межеслав Лепшицький, тот, который переводил начало заката, он в таких случаях этот знак писал диалектическое «Т». Вообще такая формулировка, от которой мне самому плохо становится, но как бы... Диалектическое «Т», то твердо? Че, что ты говоришь диалектическое «Т»? Диалектическое «Т». А я, по-моему, да. Вот так! Когда фару ставили туда, куда не надо, она становилась диалектическим «Т». А взагалі вона де має стояти? Що вона тут не спереду не мала стояти? Теоретически не мала, не должна була стояти. Не повинна спереду стояти, так? Теоретически вона в кінці некоторых слов должна була стояти для їх усиления. І в особих спеціальних словах. Особенно ще существує одно із імен, в котором она трижды повторяется. Вот такому человеку, если по астрологии попадется имя, то это в действительности будет великомученик. Попробую его про... ага. Сказать правильно. И причем там идет фара, и потом идут иенцы, и идет обратный джнашт, который приобретает свое звучание от знаков и проецирует на них. Значит, тяжело выговаривается, да? А оно вообще не выговаривается, потому что это такая буква. Фара практически не выговаривается. Да. Только вот его вчитель мне еще якось... Ну и какие-то... Но у нее есть звуковое обозначение, да. Правильно? Просто оно очень сложное при произношении. Просто лингвисты, рахманская традиция, определили, что оно звучит между Т, Ф, В, Ж и Г. Это, если будет такая буква в имени у человека, то от нее никуда не деться, потому что она есть, правильно? Ну да. А как ее называть, то... Ну так и называть фарой. Но это неправильное название. Цитата. Очень. Ну да, неправильно. Это и показал. Так и называл. Причем, как бы не все. Поляки ее тарой называют, например. Тарой? Это фактически фарой, ее называю я, ее называет Митроврат Отрислав, и еще называет Ордан Мирослав тоже. Ну, потому что мы ее так называем. А так теоретически даже не совсем правильно ее пытаться называть. Но чтобы не делать из нее какого-то тетраграмматона Еговича, которого нельзя называть. Так вот. Что там дальше написано? Ну, чтобы про сердце вы уже прочитали. Але... Тут цей фар на повному кроці. Ну, діалектично можна. І причому вони не там, де треба стояти, як ви сказали. Діалектичне – це. Як писав Арик Межеслав Лепшицький. Але є. А як тут прочитати, як зразу після нього йде... Согласна,
Отдыхай. Так, а она же двойная, она же ты и я? Или фу и я? Да. Но я кто ее то? Того-то-е-ре-хо. А тут читается як один звук на екран. Того-то-е-ре-хо. Ре-хо. Аве... 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 Наве... Наве... Ай, най. 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 Чего? В? Най. Най. Ши на кінці, в принципі. Єнц. Якщо, якщо много гласних, он може давати ши. А здесь, в принципі, ну... Одні гласники. Ну, ні, стоп. Не факт. А, ну це ж... А це не гласна? Тобто, якщо... Ні, виходить, у нас гласних тільки... Да, це не показалось фактично. Ну, ви ж читаєте... До гори ногами. Не то, что до гори ногами, просто что я так смотрю и смотрю, вот их сколько. А потом смотрю, нет, это как бы она лигатура, поэтому их только две гласные, по сути дела. Инц и юй. Ура, инц, юй. Ноутро. Но это не ноут, который ноут. А жаль. Если бы мне попался ноут, который был ура, это было бы вообще прекрасно. От самого ура ноут. Такое качественное. А что такое ноут? Ну, ноут сейчас сокращенно называют так ноутбуки. А, но это не тот ноут, к сожалению. Ну, утро может, нет? Нет, это утро. Ну, утро, правильно?
Возлюбите письменность нашу, Ивана, родная наша. Красивая и родная. И поломала мозги многим демонам. И не только. Ну, можешь еще сключиться, лучше разбираться. Ну, это да. Я еще не путаю, я звучать был бы. А там они знакомому начальники его хотели не дать почитать тексты. Так он им почитал некоторые тексты. И они ему потом сказали, ну ладно, в следующий раз уже читай, только уже отстанет нас. Я бы не прочитал. С кодексом не прочитал тексты. Ну так как есть. Ну так как бачу, так и читал. Но все равно на его начальство подействовало. Они ему сказали, ладно, уже читай своим ученикам, типа, только нас не доставайте. Что? Ну, что ж такое?